Установка водостока премиум. Для того, чтобы когда с лобового стекла дворники работают, вода не переходила через боковые стойки или двери, а уходила в сторону крыши. Ну, устанавливаем сейчас на Renault Duster. Устанавливаются они на дверь, на самый край, по всей длине. Дается спиртовая салфетка, протираете внешне. Идет установка. Снимаете с нижней части защитную пленку. Прикладываете прямо к самому низу. Зафиксировали. И еще дается вам вот такой шаблон. Для того, чтобы... Давайте я вам на примере двери. Вы когда будете прикладывать, будете упираться в дверь. То есть, вот я уперся. И дефлектор в него упираю. Удерживаю, снимаю защитную пленку. Слегка приклеиваю. И также продолжаем такую же процедуру. Ну, если что-то мешает, можете открыть дверь. Удерживайте пальцем, просто снимайте еще разочек, не спешим. Ну и здесь нам уже он не нужен. Прикладываем к краю. Вытягиваем. Протираем. То есть приклеиваем основательно теперь. Здесь он ничего не задевает. Углубление достаточно для ухода воды. Сейчас будем снимать защитную пленку. Если вы не нашли товар от компании «Стрелка 11» на свой автомобиль, также 2D-дефлекторы, лобовой дефлектор, защита сетки, также защита камеры, то, пожалуйста, звоните, обращайтесь. Разработка от компании «Стрелка 11» будет бесплатной. Звоните в компанию «Стрелка 11». Данную продукцию вы можете приобрести в интернет-магазине компании-производителя «Стрелка 11.ру». Прямые ссылки на сайт и товар находятся под видео.